мы решили сказать несколько слов под нашим посвящением великому деятелю, музыкальному деятелю, великому гению Российской империи Василию Сафонову. Сегодня, именно 27 февраля, исполняется ровно 100 лет с того дня, как не стало Василия Сафонова. Эта фигура знаменательна для музыкального пространства не только России, но и всего мира. Василий Ильич Сафонов был рожден на Северном Кавказе. Но его альма-матер – это Санкт-Петербург. Именно здесь он получил свое музыкальное образование. Именно отсюда его приглашает Петр Ильич Чайковский в 1885 году в Москву, дабы возглавить кафедру фортепианного исполнительства. И Сафонов создает всю великую теперь уже систему исполнительского искусства, систему музыкального образования в России. Все мы учимся сегодня в музыкальной школе, в музыкальном училище, в консерватории. Мы учимся по системе Сафонова. Но эта фигура знаменательна еще и тем, когда он переехал в Московскую консерваторию из Санкт-Петербурга, он настолько проявил себя как деятель, как музыкант, что Сергей Иванович Танеев уступает ему место директора консерватории через 5 лет. И ровно 17 лет Василий Сафонов возглавляет Московскую консерваторию. В это время он строит большой зал Московской консерватории и параллельно создает на своей родине, а вернее в Кисловодске, создает главную филармоническую сцену юга России для российской элиты, которая приезжает на годы, и создает там прекрасный зал, два зала самых лучших в России, строится одновременно большой зал Московской консерватории и зал Северокавказской филармонии, который носит ныне имя Сафонова. Именно сейчас мы приняли гастрольный тур, посвящая его Сафонову, и хотели пригласить вас в этом туре слушать музыку, удивительную музыку в исполнении Сафоновского оркестра. Добрый вечер, дамы и господа. Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего оркестра и от нас тоже за такое присутствие, потому что в музыке три элемента – композитор, музыканты и самый главный элемент – это вы, публика. Оркестр в 1895 году, благодаря маэстро Сафонову, родился. Мы несем на себе большую ответственность. Мы представляем культуру, и традиции для культуры очень важный элемент. И сегодня мы доносим через много-много лет ту самую ситуацию, которая когда-то произошла много лет назад. И я бы хотел, чтобы вы наслаждались этим уникальным моментом, потому что каждый концерт – это отдельное событие. Спасибо. Реинкарнация. 17 марта 1891 года прозвучал первый концерт Сергея Васильевича Рахманинова, сочинение 1, опус 1 и редакция 1 за роялем солировал сам автор Сергей Васильевич Рахманинов. За пультом в этот день стоял Василий Ильич Сафонов, а в зале присутствовал Петр Ильич Чайковский. Именно поэтому мы эту программу привезли сегодня к вам. И это продолжение большого тура, который начался 17 февраля в Кисловодске, вчера в Большом зале консерватории в Москве, сегодня здесь и далее в Великие Луки, в Псков, в Новгород и опять в Москву, в концертный зал Чайковского.